Для начала подготовим сухие ингредиенты. Здесь у меня мука, какао и разрыхлитель. Просеем. Добавим щепотку соли. И сухие компоненты у нас готовы, их можно оставить в сторону. Теперь берем яйцо. Яйцо нужно среднего размера. Добавляем сахар и перемешаем. Добавим растительное масло и молоко. Все, жидкий компонент у нас готов. Сухие тоже. И теперь частями будем вводить мучную смесь и перемешивать. Перемешивать нужно на первой скорости, на самой маленькой. Теперь можно уже перемешать лопаткой. Вот такое шоколадное, очень ароматное тесто у нас получилось. У меня есть вот такие капли шоколадные. Половину я отправлю в тесто и половинку оставлю для украшения. Можно просто порубить шоколад. Все, тесто у нас готово. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов. Осталось только разложить тесто по капсулам и выпекать. Капсулы я заполняла где-то больше половины. И теперь украсим шоколадными капельками или стружкой шоколада. Духовка разогрета на 180 градусов, выпекается около 25 минут. Духовки у всех разные, вот, так что смотрите, может быть кому-то меньше, кому-то больше. Все, отправляем в духовку. Вот они, наши маффины, посмотрите, какие красивые они получились. Прям настоящие-настоящие маффины. Даем остыть, и все, в принципе, все готово.